Все в большем количестве городов Финляндии появляются уличные патрули вигилантов. Своей задачей они называют поддержание порядка и законности в условиях нарастающего притока иммигрантов. В качестве организаторов таких групп, как, например, солдатов Одина, выступают активисты крайне правых взглядов. Во вторник в дискуссию о патрулях вступил премьер-министр Финляндии Юха Сипеля. По определению, за законностью и порядком в стране следит полиция, это очевидно. То, чем занимаются уличные патрули, важно, но они без всякого сомнения не могут подменить собой полицию. По мнению министра внутренних дел Финляндии Петтери Орпа, добровольческие патрули не укрепляют безопасность, а напротив усиливают враждебные настроения. В новогоднюю ночь полиция Хельсинки рассеяла большое скопление мигрантов иракского происхождения, которые, по ее данным, планировали нападения на женщин, подобные тем, что произошли в целом ряде городов Германии.